Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам Крокус Сити Холла и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедии, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям. Об этом первый вице-президент Крокус Групп Эмина Галаров написал в Инстаграм. Он отметил, что среди этих сотрудников режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименков, сотрудники охраны соседних объектов Александр Позитин и Александр Антипов, охранник Крокус Сити Холла Алексей Асанушков и многие-многие другие. Подвиг этих людей неоценим и никогда не будет забыт. Произошло ужасное горе для всех нас. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. От всего сердца желаю выздоровления и душевных сил пострадавшим, говорится в публикации Эмина Агаларова.